Я в сервисе. Привет, привет, привет. Еще раз, как я обещал, я доехал уже до сервиса. Сейчас ребята выйдут и расскажут немножко о моей тачке. Кстати, ребят, хотите увидеть мою тачку? Ну, на чем мы с Ацолиным забились? Хотите, нет? Я вам сейчас покажу. Репост с видосом Сацулина сделать, что ли? Да, репост с Сацулиным. Итак, ребят, мой хомяк. Смотрите. Вот он, мой хомяк. Весь сияющий, белоснежный. Вот он. Так, наверное, не покажу. Трям, 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 трям. Вот, вот именно. Привет, привет! Вот мой охуенный хомяк. Ну, короче говоря, вот он. Я сейчас в сервисе, и сейчас человечек выйдет из этого сервиса и расскажет вам про мою машину. Какую я машину поставил. Я в топе. Ну, круто, что я в топе. Спасибо вам. Ставьте лайки. Последние деньги он мой. Спасибо, ребят. Обязательно на 8 тысяч покупать. Но вы покупаете себе продукцию. Просто как вы будете рекомендовать то, чего не пробовали? В принципе, это и есть система сетевого маркетинга. То есть вы на 8 тысяч там, или 9 покупаете продукты на себя, те, которые считаете нужным. Не обязательно это Energy Diet. Это может быть косметика, там, бытовая химия и прочее. В общем, на сайте nlstart.com вы все увидите. Такая корова нужна самому. Хорошо. Так, Роман. Да. Познакомьтесь, это Роман. Роман ответственный за этот сервис, RR-сервис. Так, Роман, я сейчас позадаю вопрос. Роман, расскажи немножечко о том, что это за машинка, вот эта вот. Ну, это достаточно редкий гость наших дорог, как я уже раньше говорил. Это Hummer EXT, пикап. Достаточно из последних годов выпуска 2008 года. В идеальном техническом состоянии по сравнению со всеми, которые ездят на наших дорогах. И вот, собственно, поскольку люди о нем заботятся, владельцы о нем заботятся. Тут разговор был о том, что он ржавый, проржавел уже до дыр. Это вранье, это ложь и провокация. Да. Как считаешь, экземпляр достойный вообще? Экземпляр очень достойный, для достойного владельца. Это точно. Расскажи немножко о своем сервисе. Ну, наш сервис специализируется на американских автомобилях, в основном это Hummer, Cadillac, Chevrolet, в основном это General Motors. О, вот так будет вообще реклама идеально. RR-сервис. RR-сервис, да. И вот такие вот редкие экземпляры. Ребят, я обслуживаюсь только в этом сервисе, знаете почему? Пока нет. А, сейчас. Все, твоя минута славы закончилась. Спасибо. Короче, ребят, почему я выбрал именно этот сервис? Потому что здесь делают все честно. И меня всегда удивляют чеки, которые мне предоставляют за ремонт и сервис. Это всегда такая цифра, ну, вообще маленькая, относительно других сервисов. Поэтому приезжайте сюда, здесь честные ребята, и я думаю, мы с ними будем... Я думаю, мы с вами будем партнерами очень долго. Да. Да, точно. Ребят, да, подписывайтесь. Отдай Hummer Игорек кому? Я никому его не отдам, вы чего? Я ж не полный дебил, чтобы стать Hummer и думать о том, что я проиграю. Вы чё? Я ж, чтобы поставить Hummer, необходимо быть 100% уверенным в своей правоте, так ведь? Это всё-таки мой любимый автомобиль. Или вы думаете, что я такой дебил? Ну реально, ну ребят, ну подумайте. А, тачку показать? Опять тачку хотят, чтобы я... Вот моя тачка. Белоснежный, надраенный как следует. Ну вот, Сацулин хочет его выиграть. Я, конечно, вряд ли, но я, точнее, точно уверен, что я выиграю. Понимаете, в чем дело? Внутри тоже покажи. Хорошо, внутри тоже сейчас покажу. Ой, тут у меня рюкзачочек. Так, вот что у нас внутри. Ух!
Внутри все у меня отдраено. Ну, все как бы, тачка-то вообще в полном порядке. Все как надо, панелечка. Ладно. Ну, короче, все, ребят, я показал. А, смотрите дальше. Я сейчас еду в офис NL International на Каменноостровский. Информация есть у меня в паблике, есть у меня на странице, есть в Инстаграме. Заходите, подключайтесь к этой компании. Я сегодня, край завтра, 31-го включительно, сниму ролик «Ответ Цицулину», где его разнесу в пух и прах. Короче говоря, ребят, НЛ — это круто. Если кто-то хочет уже сегодня включиться в нее, приезжайте, и я вас буду активировать. Все, ребят, пока-пока, я поехал в офис. Всего доброго.